Более четверти века назад в Балакове открылся музей истории. Его постоянная экспозиция рассказывает о прошлом города, горожан, об укладе жизни. Здесь есть залы, посвященные деревенскому, крестьянскому, купеческому быту. Особое место отведено материалам о выдающемся актере, народном артисте Советского Союза Евгении Лебедеве, чья жизнь была связана с Балаковым. И вот теперь это дополнила необычная выставка. Здесь представлены украшения, картины, панно, сделанные из шерстяных волокон. Можно делать все, что угодно из шерсти. Это такой материал, который 8 тысяч лет и более человек знает. У нас на Руси мы войлок знаем как валенки. Наверное, это новое веяние. Оно действительно новое вообще в мировом масштабе, новое. Может быть, лет 10 это максимум. Можно рисовать шерстью. Практически по ворсинке раскладывается. Авторы этих работ – мама и дочь. Семья Абрамочкиных. Мама – учитель технологии, педагог с внушительным стажем. У дочери Натальи образование специальные, художественные. Но делать бусы и ожерелья, создавать натюрморты и пейзажи из прядей шерсти они несколько лет назад научились сами. Говорят, что выкладывать разноцветные шерстяные нити так же интересно, как и рисовать настоящими красками. Частичку себя вкладываешь все равно, и она что-то, эта частичка несет, что-то оставляет.